Привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам рассказать, что вы получите при заказе у нас трехходового крана для котла Navien Ace. Вы получаете вот такую вот упаковочку Navien, сделана в Корее. Также будет наша этикеточка, где будут указаны габариты трехходового крана и для каких котлов он подходит. Данный трехходовой кран подойдет ко всем котлам Navien Ace. Давайте посмотрим, что у вас будет внутри. Внутри у вас будет сам трехходовой кран и благодарственное письмо от нас. Трехходовой кран будет упакован в пупырку, чтобы он не сломался при транспортировке. На самом трехходовом кране будет также маркировочки, сделано в Корее. То есть этот трехходовой кран, он оригинальный. Точно такие же трехходовые краны были установлены на ваш котел на заводе-изготовителе. Трехходовой кран нужен для переключения воды с отопления на горячее водоснабжение. Чаще всего они выходят из строя осенью, так как летом никто не использует отопление, использует только горячее водоснабжение. Трехходовой кран залипает в одном положении, и отопления, к сожалению, по осени не будет. Для исправления данной неисправности необходимо заменить трехходовой кран. Для заказа данных трехходовых кранов переходите по ссылке под этим видео.